Эту историю точно оценят те, кому хоть раз в жизни не везло с соседями. Один из учеников Раби Исраэля Бальшемтова однажды попросил своего учителя научить его, как правильно исполнять сказанное в Торе: «Закрывай глаза, чтобы не видеть дурного». Тот послал его в Одессу и сказал ему, что он должен остановиться в доме такого-то человека, и от него-то он и научится, как закрывать глаза. В общем, приехал хасид в Одессу и остановился у того человека, к которому его направил Бальшемтов. Это был простой еврей, работал он грузчиком в порту и весь день проводил вне дома. А ученик Бальшемтова как не присматривался к своему хозяину, как не выискивал в его поведении что-нибудь выдающееся, так за несколько дней и не обнаружил ровным счетом ничего интересного. Однажды, когда он остался дома один, вдруг увидел, что есть в доме окно под самым потолком, и окно это плотно закрыто занавеской. Тогда он поставил стол к стене, стул на стол, пока не добрался до окна, и, отодвинув занавеску, не увидел, что во дворе перед домом творятся воистину отвратительные дела. Когда хозяин вернулся с работы, сказал ему гость: «Как вы можете жить в этой квартире? Ведь вокруг вас такие дурные соседи!» И рассказал ему о тех мерзостях, которые он наблюдал через окно. И ответил ему простой грузчик: «Я удивляюсь тебе. Я живу в этом доме 20 лет, и мне ни разу в голову не пришло посмотреть, что делают соседи. А ты здесь со мной всего несколько дней, и не смог удержаться, чтобы не заглянуть за занавешенное окно и потом еще размышлять над увиденным». Ставьте лайк и обязательно напишите в комментариях, как вы понимаете фразу «закрывай глаза, чтобы не видеть дурного». Нужно ли обращать внимание на проблемы, или тут зарыт более глубокий смысл? Спасибо и до встречи в следующем ролике.